Ну, здесь спрашивают опять-таки об учении Гробового. Но вы знаете, я в деталях его учения не знаком. Но я видел просто записи, где он ходит и поет его гимн в честь его чести. И где он объявляет себя Мессием Божьим. Вот больше мне не нужно, понимаете? Поэтому комментирую дальше не буду. Для меня это достаточно. Кому-то, может, недостаточно, но если человек пошел на это, значит, он уже потерял самого себя в первую очередь. Потому что не прошел элементарно тест на вшивость, как я говорю. Вот и все. А что остальное, может, то, что у них есть, ну, честное слово, я в деталях не читал. Но некоторых вещей, которые он заявлял, по крайней мере, то, что я слышал и читал, не значит, что, конечно, я его книг не читал, поэтому не могу сказать 100%. Я привык говорить 100%, когда я читаю человек, книгу человека, который написал ее, вот он скажет, вот я прочитал его собственное мнение. И тогда я могу сказать конкретно. Я пока читал не его, а то, что писали о нем и так далее, что он немножко фильмы, которые показывает и так далее. Понимаете, некоторые вещи заявляет, он даже не понимает, о чем он говорит. Вот если понимал бы, ну, опять-таки, это я очень мало знаю, но то, что он преподносит себя как новую мессию, преподносил, по крайней мере, когда я это увидел, для меня было достаточно. Потому что это значит, человек потерянный, с моей точки зрения, все. Следующий вопрос.